Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нарамчайванаротамам Девин Сарасватим Йосам Стоджаяма Вирает Наштапраешвадбадришу Нитям Бхагавата Севая Бхагаватьюттама Шлоке Бхактир Бхавати Найштики. Сегодня мы читаем песни 10, 21 глава. Гопи прославляют песню флейты Кришны, тексты 13 и 14. Так, тут написано, не читаем, да, текст вместе сейчас получается. Тринадцатый текст. Гаваш Кришна Мукханиргата Вену Гитам Пиюша Мутабхита Карна Путайх Пивантьях Шавах Снутастана Паях Кавалах Сматастхур Говиндам Атмани Тришарукалах Спришантах Гаваш Кришна Мукханиргата Вену Гитам Пиюша Мутабхита Карна Путайх Пипантьях Шавах Снутастана Паях Кавалах Сматастхур Говинда Матмани Дришаш Рукалах Спришантьях Гавашча Кришна Муханир Гатавену Гита Пиюша Мутабхита Карна Путайх Пипантьях Шавах Снутастана Паях Кавалах Сматастхур Говинда Атмани Дришашру Калах Спришантьях Гавах Корова Ча И Кришна Мукха Из уст Господа Кришны Ниргата, исходившим, Вену, флейта, Гита, песня, Пиюшам, нектар, Утатхита, высоко поднятых, Карна, ушей, Путайх, кувшинами, пибантьях, пьющие, шавах, телята, снута, текущего, стана, из вымени, паях, молока, кавалах, те, у которых полный рот, Сма поистине. Тастхух застыли. Говиндам Господа Кришну. Атмани в уме. Дриша взглядом. Ашрукалах. Те, чьи глаза полны слез. Пришантьях, касающиеся. Коровы высоко подняли уши и, пользуясь ими, как кувшинами, пьют нектар песни флейта, что течет из уст Господа Кришны. А телята замерли с ртом, полным молока, сочащегося из вымени их матерей, и пытаются вобрать в себя Говинду глазами, в которых стоят слезы, и обнять его в своем сердце.
Тут нет комментария. Следующий текст. Прайобатамба вигаха мунайованесмин Кришнекшитам тадудитам калувена гитам Арухья едрума буджан ручира правалан Шринванти милита дришо вигатанья вачах Прайобатамба вигаха мунайованесмин Кришнекшитам тадудитам калувена гитам Арухьяте дурмабуджан ручира правалан Шринванти милита дришо вигатанья вачах Прайобатамба вигаха мунайованестмин Кришнекшитам тадудитам калавину гитам Арухьяте дурмабуджан ручира правалан Шринванти милита дришо вигатанья вачах Праях почти. Бата несомненно. Амба о матушка. Вихага птица. Муная великие мудрецы. Ване в лесу. Асмин в этом. Кришна икшитам ради того, чтобы увидеть Кришну. Тадбудитам ради исполняемой им. Калавену гитам сладостной песни флейты. Арухья поднявшись. Е которые Друма Абуджан на ветви деревьев. Ручира Правалан, выпустившие множество побегов и обвитые прекрасными лианами. Шринванти слушают. Милита Адришах, те, чьи глаза закрыты. Вигата Анья Вачах, не слышащие иных звуков. О, матушка, стремясь увидеть Кришну, все птицы уселись на прекрасных ветвях деревьев. Прикрыв глаза и перестав щебетать, они слушают сладкие мелодии его флейты, отрешившись от всех других звуков. Несомненно, эти птицы находятся на том же уровне, что и великие мудрецы. Комментарий учеников Шрилы Прабхупады. Птицы похожи на великих мудрецов, поскольку, подобно мудрецам, живут в лесу и сидят неподвижно с закрытыми глазами и хранят молчание. Замечательно, что даже великие мудрецы, как сказано здесь, теряют голову, слыша звуки флейты Кришны. Звуки абсолютно духовные по своей природе. Слово «ручира правалан» указывает на то, что под воздействием звуков флейты Кришны даже ветви деревьев от восторга преображаются. Индра, Брахма, Шива и Вишну, главные из богов, постигшие великую науку музыки, путешествуют по всей Вселенной, но ни в одном ее уголке они не слышали мелодии, подобной той, что рождается из флейты Кришны. Даже птицы были столь заворожены сладкими звуками флейты, что от блаженства закрыли глаза и, крепко вцепившись когтями в ветви деревьев, чтобы случайно не упасть. Шрила Вишванат Чакраварти Такур объясняет, что гопи иногда называют друг друга амба, матушка. Гумагьянти мирандасья гинанджана шалакая чакшурун миритам янатасмы шри гураве намаха шри чайтанья манубиштам стапитам яйна бутале своям рупа паднаматям азисанта дантикам ванчакалпата рубяшча клипа синдубе эвача типанам павана пьёвашна убью наму намаха.
Конечно, дорогие преданные, прошу благословить на то, чтобы послужить вам в чтении этой прекрасной песни Бхагаватам. Такая возвышенная тема. И я чувствую себя немножко как слоном в посудной лавке. Не в состоянии самостоятельно, только по вашему благословению и по милости духовного учителя Шрилы Прабхупады. Пожалуйста, дайте свое ваше благословение. Итак, Гопи прославляет песню Кришны. Давайте еще раз прочитаем эти стихи. Коровы высоко подняли уши и, пользуясь ими, как кувшинами, пьют нектар песни флейты, что течет из уст Господа Кришны. А телята замерли со ртом, полным молока, сочащегося из вымени их матерей, и пытаются вобрать в себя Говинду глазами, в которых стоят слезы, и обнять его в своем сердце. О, матушка! Стремясь увидеть Кришну, все птицы уселись на прекрасных ветвях деревьев. Прикрыв глаза и перестав щебетать, они слушают сладкие мелодии его флейты, отрешившись от всех других звуков. Несомненно, эти птицы находятся на том же уровне, что и великие мудрецы. Как в этой главе Гопи прославляют песни Кришны. Кришна выходит со своим братом Баларамой и с пастушками пасти коров. И это такие очень сочные описания природы Вриндавана и самих пастушков, и все, что происходит вокруг, что просто думаю, что если насколько это все прекрасно, так как оно есть, да, если вот до нас дошли такие повествования, что в реальности наверняка это все многограннее, и тут то, что наш ум способен воспринять, хотя я, честно говоря, когда готовилась к этой главе, почувствовала немножко такое головокружение от вот этой всего такого изобилия красоты, и очень сложно было как-то все, скажем так, систематизировать. И Кришна с Баларамой выходит в лес, и Кришна начинает наигрывать на флейте, а Гопи Вриндавана, пастушки, слышат эту песнь и начинают говорить о Кришне. Ну, они говорят в форме песен, да, то есть они не просто говорят, как мы что-то обсуждаем, да, каждое высказывание, да, в этой главе Гопи каждая говорит свой стих какой-то определенный, свою шлоку, да, и она такая совершенная во всех отношениях. Вот так они обсуждают песни Кришны, обсуждают его флейту, завидуют даже ей немножко, что где-то тут то, что Кришна касается ее своими губами. Мои дорогие гопи, сколько же благочестивых поступков должна была совершить эта флейта, чтобы теперь самовольно наслаждаться нектаром губ Кришны, оставляя нам, тем, кому этот нектар предназначен, лишь тень этого вкуса. Предки флейты, бамбуковые деревья, проливают слезы радости. Ее мать, река, на берегу которой вырос этот бамбук, ликует от счастья. А лотосы поднимаются из воды на своих длинных стеблях, словно волосы, вставшие дыбом на ее теле. Это все живые существа, которые слышат эти звуки, они танцуют, жены подходят к Кришне и Балараме, к пастушкам подходят лани, и гопи тоже немножко, лани, оленихи со своими мужьями, они немножко завидуют им, говорят, что они могут подойти к ним, и их мужья не ревнуют
этих ланей к Кришне. То же самое жены полубогов, то есть на все это слетаются полубоги со всей вселенной. И красота Кришны и его нрав создают праздник в сердцах всех женщин. Когда жены полубогов, летая со своими супругами на воздушных кораблях, видят Кришну и слышат чистые звуки его флейты, бог любви начинает терзать их сердца. Смущение и замешательство овладевают ими, так что цветы выпадают из волос, и пояса развязываются. И гопи также замечают, что Ачарьи Шрила Прабхупада описывает в комментарии, да, что гопи даже испытывают какое-то смущение, потому что они испытывают эти чувства к Кришне, будучи замужними женщинами, и также, опять-таки, чуть-чуть завидуют женам полубогов, чьи мужья не ревнуют тоже Кришне, да, понимаю всю философскую составляющую. И таким образом вот эти стихи, которые сегодня мы читаем, 13-14, тут речь идет про слушание, да, то есть и все такие символы и описания касаются слушания, как, например, коровы подняли уши и пользуются ими как кувшинами, пьют нектар песни флейты. И птицы вцепились в ветви деревьев, чтобы не упасть, когда они слушают эту песню Кришны. Когда я готовилась к этой лекции, тут мне вспомнилось несколько моментов, которые я могу сейчас вот процитировать касательно флейты Кришны и его мелодии. Ну, это, во-первых, история Господа Брамы, который, как из... Сейчас зачитаю из книги Шачинандана Махараджа Гаятри Мантра. Он рассказывает здесь вот эту историю Господа Брамы, который медитировал. Сейчас, секундочку. То есть это... Мы уже говорили о двойном благословении, которое Господь наградил Браму, посвятив его в Гаятри Мантра. Брама — родоначальник нашей сампрадаи, да, и как бы от него мы получаем все вот это знание, которое проходит по цепи ученической преемственности. И тут говорится как раз об источнике этого знания. То есть Господь дал Господу Браме это знание, посвятив его в Гаятри Мантра. Выйдя из лотоса, Брама, направляемый божественной силой, устремил мысли на сотворение мира, подчиняясь импульсам внешних прежних впечатлений. Но он не видел ничего, кроме тьмы, простирающейся во всех направлениях. Тогда богиня учености Сарасвати, божественная супруга Верховного Господа, сказала Браме, не видевшему вокруг ничего, кроме мрака: «О, Брама, эта мантра Гопала Гаятри непременно исполнит заветное желание твоего сердца. С ее помощью ты соприкоснешься с духовной энергией, и все твои желания исполнятся». Услышав это послание, Брама на долгое время посвятил себя аскезе, чтобы порадовать Говинду, Кришну, Господа Шветадвипа. Он медитировал на Кришну следующим образом. На трансцендентной земле Галоки есть божественный лотос с тысячей лепестков и миллионами тычинок. На его венчике стоит величественный божественный трон, на котором восседает Шри Кришна, вечный свет трансцендентного блаженства.
Своими лотосными устами он касается божественной флейты, из которой льются божественные звуки. Ему поклоняются его возлюбленные пастушки, их личные частичные проявления и экспансии, а также его внешняя энергия, стоящая снаружи и воплощающая в себе все мирские качества. То есть как раз вот эта картина, которую мы сейчас прочитали в Шримад-Бхагаватам, была перед глазами Господа Брамы, да, когда он медитировал на вот эту Капал-Гаятри-мантру. И после вот этой медитации на Капал-Гаятри Господь Брама получил уже второе посвящение, и в этот раз вторую Кама-Гаятри. И тоже затем Гаятри Деви, мать Вед, проявившись в божественном звуке флейты Кришны, через 8 ушных отверстий Брамы вошла в его лотосные уста. Таким образом, получив Гаятри мантру, Брама стал дважды рожденным. Он был посвящен в нее верховным изначальным гуру, самим Шри Кришной. Браме, просветленному памятованием об этой мантре, раскрылся океан истины. Он стал поклоняться Шри Кришне, сути всех вед, сложив следующий гимн. И тут уже Брама читает Брама Самхиту, то есть, которая тоже начинается. Сейчас давайте прочитаем тоже. То, что мы поем каждое утро, да, винум кваннанта маравинда далай такшам вархаватам самаситам будасунтарангам кандар покутика мания вишеша шоха говинда мади пурушам тамахам банджами. Так, сейчас давайте найду перевод. Всегда играющий на флейте, тот, чьи глаза подобны лепестки расцветшего лотоса, а голова украшена пером павлина, чей прекрасный облик имеет оттенок синей тучи. Обладатель несравненной красоты, пленяющий миллионов богов любви. Ему, предвечному Господу Говинде, я поклоняюсь. Итак, Господь Брама, основатель нашей сампрадаи, получил эту мантру, да, из которой развернулось потом все ведическое знание, и благодаря чему мы тоже здесь имеем возможность поклоняться Господу Кришне в различных формах, какие только есть. И первое из них, ну, это первый вид поклонения — это шраванам. Да, вот с этого все начинается и тоже потом разворачивается. Давайте немножечко почитаем. Да, Шраванам Прабхупада пишет в «Нектаре преданности». Слушание — необходимое условие прогресса в сознании Кришны. Открывая свой слух восприятию трансцендентных звуков, человек может быстро очистить свое сердце. Слушание очищает сердце оскверненной души, открывая ей доступ к преданному служению и давая возможность понять смысл сознания Кришны. И слушание тоже бывает разных видов, да, то есть мы можем слушать мантру, да, Хари Кришна Махамантру, это когда преданные воспевают
когда мы сами воспеваем, читая джапу, мы можем, то, что можем, мы должны слушать. Также и повествование о Кришне, Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гиту. И благодаря этому слушанию, да, это также и чтение, благодаря этому слушанию мы получаем уже доступ к другим видам служения, да, то есть после этого идет с Шраваном, Киртаном, Вишнусмараном, да, то есть слушая повествование, мы имеем возможность сами что-то сказать. И благодаря этому приходит смаранам, то есть памятование Кришны, и потом уже тоже различные виды служения, там, падасеванам и дасьям, сакхьям, атманеведам, да, это уже на таком более возвышенном уровне. Вот, но все начинается со слушания, и наши ачарьи тоже описали этот процесс, систематизировали, да, то есть весь этот фейерверк красоты, который, в общем-то, вряд ли бы мы поняли, если бы увидели своими глазами, да, тоже даже то, что написано, уже облечено в речь нашу, и то немножко уже зашкаливает такой. Да, как я уже говорила, если это все видеть воочию, то, конечно, это как вспышка, да, человек может потерять сознание. Вот. Но благодаря тому, что есть ачарьи, да, и Шрила Прабхупада, они помогают нам постепенно войти в это знание. И в конечном счете наша цель, да, это вернуться к Кришне, увидеть Господа. И Прабхупада говорит, что у нас есть шанс. То есть он, если мы следуем всем принципам, которые он рассказывает в своих учениях, да, ну, Шрила Прабхупада обычно говорил, да, что мы должны следовать четырем принципам, читать круги, потом посещать утренние программы, он все время тоже отмечает этот момент. То есть он дал нам способ, да, и благодаря этому мы можем действительно выбраться из этого материального мира. Вот. Что еще? Также в «Нектаре преданности», готовясь к этой лекции, я попала на, как раз вот сейчас идет семинар интродюмным с вами, который называется «Стимулы экстатической любви». И это 26 глава второй части «Нектара преданности». И тут также флейта Кришны, про которую мы сегодня говорим, является как раз одним из таких стимулов экстатической любви. Так, экстатическую любовь к Кришне возбуждают или, иначе говоря, стимулируют в человеке трансцендентные качества и его необычайные деяния. А, вот это уже перечисление идет, да? То есть трансцендентные качества Кришны, его необычайные деяния, его улыбающееся лицо, его одежды и гирлянды, его флейта, его буйволиный рожок, колокольчики на его ногах, его раковина, отпечатки его стоп, места его игр, в частности Вриндаван, его любимое растение Туласи, его преданные, а также особые дни, являющиеся поводом для воспоминания о нем. К таким дням, в которые рекомендуется вспоминать о Господе, относятся и Экадаши, выпадающие два раза в месяц, на 11 день после новолуния, после полнолуния. В этот день все преданные соблюдают пост вплоть до следующего утра и непременно поют «Славу Господу». Вот сейчас как раз будет выход из этого поста. Так вот, зачитаю также про флейту Кришны. Непосредственно тоже Махарадж
дает эту главу. Вот, и он рассказывает, да, то есть это перечисление тех вещей, да, понятное дело, что мы сейчас, конечно, не сможем, как великие преданные, да, сказать, познать эту экстатическую любовь, но какими-то маленькими действиями своими, какими-то маленькими такими кирпичиками, мы можем в себе развивать это чувство. Это как, в принципе, с любым знанием. Мы не можем это знание сразу же в себя вобрать, скажем так. Да? То есть мы начинаем с каких-то азов, и потом все больше и больше, да, чем больше мы знаем, тем больше мы имеем возможность воспринимать информацию. Вот. И точно так же уже сейчас на нашем уровне, благодаря тому, что вот Шрила Рупа Госвами выделяет нам эти принципы, мы можем практиковать. Как, например, Махарадж рассказывает, что когда он стоит перед божествами, он там смотрит на их одежды, смотрит на флейту, и это все стимулирует. Он сказал, что он думает, неужели я когда-нибудь смогу увидеть эту флейту Кришны? Сейчас у нас тоже Господь. И очень важно на это медитировать, очень важно поставить вот эту цель себе впереди. Вот, то есть, какой бы она ни казалась недостижимой. Так вот, флейта Кришны. Одежда Кришны, его гирлянды тоже, да. То есть, очень преданные, которые ходят, одевают божеств, вот, они имеют дело с одеждами, и когда ты делаешь это служение, то ты начинаешь как-то более тонко воспринимать. То есть это служение помогает узнать, что Кришне больше нравится, что он носит, в какие дни он носит, что он кушает каждый день, да, какие блюда. И ну, благодаря этому тоже со стороны практического служения мы можем развивать в себе эти отношения с Кришной. Так, флейта Кришны. О его флейте говорят, что звук этого изумительного инструмента способен вывести из медитации величайших мудрецов. Своей флейтой Кришна бросал вызов Богу любви, оповещая весь мир о своей трансцендентной славе. Кришна играл на флейтах трех видов. Одна называется Вену, другая – Мурали, а третья – Вамши. Вену – очень маленькая флейта, не больше 15 сантиметров длиной и с 6 отверстиями для игры. Мурали – около 45 сантиметров длиной с отверстием в конце и 4 отверстиями на стволе. Звук этой флейты особенно чарующий. У Кришны есть вот это его имя Мурали Дхара, это тот, кто держит флейту Мурали. Флейта Вамши около 38 сантиметров длиной с 9 отверстиями. В зависимости от ситуации Кришна играл то на одной, то на другой флейте. У Кришны также есть более длинная вамша, которая называется Махананда или Саммохини. Еще более длинная вамша называется Акаршини. А еще длиннее Анандини. Флейта Анандини доставляет огромное удовольствие мальчикам-пастушкам и называется специальным термином вамшули или вамшули. Некоторые из этих флейт инкрустированы драгоценными камнями. Одни флейты сделаны из мрамора, другие – из полого бамбука. Флейты из драгоценных камней называются саммохини, а золотая – акаршини. И, также известный факт, и Махарадж тоже рассказывал в лекции про то, что у Кришны для каждого пастушка, для каждой коровы и для каждой гопи есть своя определенная мелодия, свой определенный звук, который слышит только он. То есть он, когда он зовет своих коров, он играет эти мелодии, и каждая корова, она слышит одна эту мелодию, а остальные не слышат. Вот. И да, что интересно, да, что у Кришны с каждым из нас тоже имеется
свое какое-то абсолютно уникальное отношение, и поэтому Кришна очень хочет, чтобы мы к нему вернулись, чтобы, ну, чтобы он как бы, он, понятно, что он Бог, что он чувствует себя полноценным, но все-таки он очень ждет, чтобы мы к нему вернулись, потому что без, ну, без нас он как бы считается немножечко, считает себя немножечко как неполноценным, да, без отношений, которые есть у него с каждым живым существом. Вот, и именно поэтому он всегда очень приветствует, как бы приветствует и делает, как говорят, да, 10 шагов нам навстречу, если мы сделаем только один маленький шажок. Стоит только попробовать, да, стоит только попробовать. И ты сразу почувствуешь такую поддержку от Господа. Вот поэтому да, наша задача – это воспитывать в себе вот это желание. У нас понятно, что в нас борются вот эти две энергии, да, это, которые присущи нам, да, мы, будучи пограничной энергии, да, мы притягиваемся либо материи, либо духовной энергии. И мы, как говорил Шрила Прабхупада, мы должны кормить именно ту собаку, да, которая приведет нас к Кришне, да, нашу духовную энергию. Ну и тоже, да, это все начинается со шраваном. Но из этого потом раскрываются все другие виды служение. Ну, да, наверное, все, что я смогла найти на сегодняшний день. У меня, поскольку упал интернет, то я заранее подготовила это все в, ну, в Google Word. Да, и пришлось, благодаря тому, что интернет упал, все-таки взять в руки книгу. Чему, в общем-то, я даже благодарна. Какой-то забытый вкус. И поэтому, да, немножко так получилось с заминками. Прошу вас простить, преданные. Может, у кого-то какие-то дополнения или вопросы, или какие-то свои какие-то истории. Хотел спросить, а у нашего мамы какая-то? Это надо спросить у Пуджари, потому что я, честно говоря, даже никогда ее близко не видела. Кто одевает? У него все есть. У него все есть. А по каким критериям он каждый день какую-то меняет, да, получается? Ну, каждый день новая флейта. Да, я, к сожалению, еще не дошла до Пуджи. Так серьезно. Поэтому не могу тонко сказать. Могу сказать, какие он сладости ест каждый день. Да, Махарадж рассказывал еще несколько историй про касательно флейты. Вот, пока все чистят, могу тоже пересказать, что вспомню. Вот одна из историй про то, как Кришна был у Шримати Радхарани, и ну, там были также гопи, да, подружки ее, и тут пришла Джатила, Кришне пришлось как-то очень быстро ретироваться, но он забыл свою флейту. И когда зашла Джатила, оглядела пространство, увидела, да, почувствовала что-то неладное сразу. И сказала, увидела флейту, сказала, ага, вот наконец-то я застала тебя с поличным. Тут ты уже никак не сможешь выкрутиться, да, что ты не встречалась с Кришной. Вот, и она начала говорить, что вот, чем ты объяснишь. И тут нашлась Лолита, которая сказала, ну,
матушка, посмотрите, сегодня же идет дождь из флейт, как it's raining flute, сказал Махарадж. И Джатила такая удивилась, сказала, да нет, ну что ты такое говоришь, не может такого быть. Выглянула в окно и увидела, что да, действительно, шел дождь из флейт, что еще раз, во-первых, подтверждает вот этот факт, что Кришна исполняет слова всех преданных, своих преданных, так, ну, какие-то благословения, да, или то, что делает их правдой, скажем так. Вот. Так Кришна сделал такой дождь из флейт, чтобы помочь своим подружкам. Вот. Можно еще, если я могу почитать еще дальше про другие стимулы экстатической любви. Это флейта Кришна, буйволиный рожок Кришна. Кришна пользуется своим буйволиным рожком, чтобы трубить в него. Этот инструмент был прекрасно отполирован, отделан золотыми кольцами и имел отверстие посередине. Оба инструмента Кришны упоминаются в одной аллегории, связанной с гопи по имени Таравали. Говорится, что Таравали укусила ядовитая змея флейты Кришны, и чтобы нейтрализовать действие ее яда, она выпила молока, струившегося из буйволиного рожка в руках Кришны. Но вместо того, чтобы ослабить действие яда, это молоко тысячекратно усилило его. Так эта гопи перетерпела жестокие муки отравления. Очень интересно. Читаешь и как-то не можешь осознать до конца вообще, что происходит. Так. Притягательность колокольчиков на ногах Кришны — еще один стимул экстатической любви. Однажды гопи что-то сказала своей подруге. «Дорогая подруга, услышав звук ножных колокольчиков Шри Кришны, я захотела тотчас выбежать, чтобы увидеть его. Как назло, в это время старшие были дома, и у меня ничего не вышло». Раковины Кришны. Раковины, которые благоприятный очень звук, да, жарят, тупят. У нас тоже во время пуджи. Раковина Кришны называется Панчаджаньей. Она упоминается и в Бхагавадгите. Кришна трубил в нее перед началом битвы на Курукшетре. Говорят, что когда Кришна трубит в свою трансцендентную раковину, у жен демонов происходят выкидыши, а на жен полубогов нисходит благословение. Так звук раковины Кришны разносится по своему свету. По всему свету. Следующий приз, стимул – это отпечатки стоп Кришны. В Шримад Бхагаватам говорится, что когда Акрура увозил Кришну из Вриндавана в Матхуру, он увидел отпечатки его стоп на земле Вриндавана. При их виде экстатическая любовь к Кришне настолько возросла в нем, что волосы на его земле встали дыбом, а глаза наполнились слезами. В экстазе он спрыгнул с лестницы, пал на землю и стал кричать: «О, как это чудесно! Как это чудесно!» Похожие чувства охватили гопи, когда они, идя на берег Ямуны, увидели в пыли отпечатки стоп Кришны. Когда Кришна ходил по земле Вриндавана, знаки на его ступнях, флаг, молния, рыба, стрекало погонщика, слонов и лотос отпечатывались в пыли. Экстатические чувства захлестнули гопи при одном виде этих знаков на земле. Также известно, что гопи никогда не наступали на его следы, и поэтому во Вриндаване они всегда были видны, не затоптаны. Это тоже нам дает такой урок, что мы должны очень-очень трепетно относиться ко всем вещам, которые связаны с Кришной. Ну, например, Пуджари знает, да, что все параферналии Кришны, и даже коврик Кришны, да, что это очень такие, что это тоже трансцендентные вещи, и нельзя относиться с ними так небрежно. Да, то есть коврик, например, нельзя ногами двигать, и все такие. То есть это
такие тонкие вещи. Если мы их не соблюдаем, то мы накапливаем оскорбления, и в результате этого мы отворачиваемся от Кришны. Следующий стимул к эстетической любви – места игр Кришны. Один преданный воскликнул: «Я никогда не бывал в тех дивных местах, где проходили игры Господа, но при одном звуке имени Мадхуры меня охватывает радость». Следующее – это любимое растение Кришны – Туласи. Господь Кришна очень любит листья и бутоны Туласи. Поскольку бутоны Туласи обычно предлагают лотосным стопам Кришны, один преданный умолял эти бутоны рассказать о лотосных стопах Господа. Преданный надеялся, что бутонам Туласи известно о славе лотосных стоп Шри Кришны. Преданные Кришны. Еще следующий стимул экстатической любви – это как раз то, что нам тоже помогает продвигаться. В большинстве даже случаев, да, это за счет преданных мы можем как-то прогрессировать, если мы не понимаем более такие тонкие вещи. Человека иногда может охватить радость при одном виде преданного Кришны. Когда Друва Махараджа увидел приближающихся к нему посланников Нараяны, он тотчас поднялся им навстречу с искренним почтением и преданностью. Да так и остался стоять перед ними, сложив ладони. Из-за охватившей его экстатической любви он едва смог оказать гостям подобающий прием. Одна гопи как-то обратилась к Субале, другу Кришны, с такими словами: «Дорогой Субала, я знаю, что Кришна твой друг, и ты всегда наслаждаешься, веселясь и шутя с ним. Как-то я увидела вас вместе. Ты стояла, облокотившись на плечо Кришны, и оба вы радостно улыбались. Когда я издали увидела вас обоих стоящими так, на мои глаза сразу же навернулись слезы». Это тоже, да, мы должны очень внимательно относиться к преданным Кришне, да, потому что у каждого из преданных есть какой-то свой вкус в отношениях, в служении Кришне. И каждый может нам чем-то поделиться и тем самым сделать нашу картинку более объемной. Такие особые дни, посвященные памятованию о Кришне. В писаниях неоднократно упоминаются праздничные дни, связанные с различными деяниями Кришны. Это последний стимул экстатической любви. Один из таких дней – Джанмаштами, день рождения Кришны. Джанмаштами – самый большой праздник для преданных. И до сих пор его до сих пор пышно отмечают в домах индусского населения Индии. Иногда даже последователи других религий пользуются этим благоприятным случаем и наслаждаются праздником Джанмаштами. Экстатическая любовь к Кришне усиливается и в Экадаши, которые также являются праздничными днями, связанными с Кришной. Так что вчера была как раз возможность у нас почувствовать. Я вот по своему опыту знаю, что когда ты в Экадаши служишь где-то, вот, желательно где-то рядом с преданными, тут действительно этот день, да, несмотря на, даже если постишься без еды и без воды на сухую, то он проходит очень легко и радостно. Вот. Но если ты оказываешься один дома, то это уже совсем другие впечатления. Поэтому, да, нужно в эти дни, конечно, стараться куда-то выбраться. Должен быть очень высокий уровень, чтобы можно было самостоятельно развивать себе вот этот вот вкус к Экадаши. Хотя преданные, если как-то так тоже настроить свою жизнь, то можно и в домашнем служении, это тоже служение, и главное правильно относиться к нему, да, делать это как служение Кришне, и в таком случае мы тоже сможем прогрессировать. Преданные
все уже больше, давайте, если может быть кто-то что-то дополнит, и тогда уже заканчиваем. Шримад Бхагаватам ки чай, Шрила Прабхупада ки чай.